Шалом, возлюбленные! Мир всем вам от нашего Господа Иисуса и святых Индонезии. Возлюбленные, в минуты передачи «Время исцеления» мы молимся, чтобы вы получили благословение и восстановление. Поэтому давайте получим обоюдное благословение, поклоняясь Богу вместе с нашим хором. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat sendiri angkat tanganmu, katakan kuasamu. Kuasamu terlebih besar. Saudara yang di rumah-rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan tak pernah terlambat. Yes. Menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Yesus Tuhan, amin. Tak pernah terlambat janji, amin. Pulihkan hidupku, Yesus, Yesus, Yesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, yang berharap kepada Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Berseru, panggil namanya. Oh, Yesus, Yesus. Yesus. Mulai sembah Tuhan Yesus, sembah. Oh, Jesus. Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Kita angkat tangan kita, satu tangan taruh di dada, katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagi. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada
bagi. Angkat kedua tangan saudara, katakan mujizat masih ada. Taruh di dada. Bagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mujizat masih ada malam ini. Mujizat pasti terjadi. Дорогие, приготовьте сердце и разум принимать благословение из Божьего Слова. Проповедует Ника Ньохарахардио. Пусть все, кто услышит его, получат благословение. Memulihkan hidupku. Angkat tangan saudara. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Аплодирую Господу Иисусу. Возлюбленные, вот что произошло между воскресением и вознесением Господа Иисуса. Семь учеников Господа Иисуса собирались на берегу Галилеи. Петр, Иоанн, Иаков, Нафанаил, Фома и двое других. Они обеспокоены, упали духом и разочарованы. Почему? Их так потрясла смерть Господа Иисуса. Возлюбленные, они были рыбаками. Оставили все и последовали за Иисусом. Петр сказал: «Иду рыбачить». Все ответили: «И мы с тобой идем». Что было, когда они пошли рыбачить? Они трудились всю ночь, но ничего не поймали. Отчего расстроились еще больше. Занималась заря, и вдруг с берега кто-то крикнул: «Дети, как у вас дела? Кто это? Разве ему не видно, что мы ничего не поймали?» Они неохотно ответили: «Нет». Не знали, что это Господь. Потом они услышали: «Закиньте сеть по правую сторону лодки, и будет улов». Что удивительно, апостолы послушались. Бросили сеть по правую сторону. Что произошло? Невиданное чудо. Произошло дивное. Они поймали много рыбин и сосчитали их на берегу. Оказалось, что их 153. Они не могли вытащить сеть. Они позвали товарищей: «Помогите нам!» Ведь они были в 90 метрах от берега. Друзья быстренько понеслись на подмогу и вытащили сеть на побережье. Когда они вытаскивали сеть, внезапно ученик, которого любил Господь Иисус, сказал: «Это Господь!» Первым откликнулся Петр, прыгнув в воду и поплыл навстречу Господу. После того, как Иисус воскрес, он продолжал совершать чудеса и знаки. Иисус велел своим ученикам ловить утром. Ловили они в Галилейском море вечером, а тут вдруг утро. Ну а во-вторых, расстояние между берегом и лодкой было 90 метров. Это было мелководье. А крупная рыба водится в глубоких местах. Ну и в-третьих, Иисус попросил их забросить сеть по правую сторону от лодки. Прославьте Господа! Есть ли разница между правой стороной и левой? Ведь лодка узкая. Когда ученики забросили сеть, она летела очень быстро. Она покрыла бы то же пространство, если бы ее забросили и с левой стороны. Из этого урока извлечем истину. Бог желает от нас исполнения Его воли в точности. Поступайте именно так, как Он говорит вам, возлюбленные,
Когда Иисусу Навину предстояло войти в обетованную землю, Бог сказал ему: «В точности исполняй закон, который дал тебе мой раб Моисей. Не уклоняйся ни вправо, ни влево. Тогда, куда ни пойдешь, ты будешь по-настоящему успешным человеком». Что такое внимательность? Это точное исполнение. Не уклоняйся ни вправо, ни влево, но исполняй все, что сказано. Так мы должны действовать. Вскоре мы прочитаем отрывок из Откровения. Давайте посмотрим 22 главу, 18 и 19 стихи. Возлюбленные, тут говорится о язвах. Когда читаете Откровение, изучайте его каждый Божий день. Это настоящие устрашающие слова. Итак, давайте посмотрим. «Я также свидетельствую всякому слышащему». Слова, пророчества, книги сей. «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Вот здесь мы остановимся. Сказано, что если кто-то добавит к Библии то, что Бог написал и сказал, то Бог нашлет ему напасти. Это наводит страх. А далее 19 стих. «Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде, и в том, что написано в этой книге». Это означает, что он не пойдет в небеса. Если кто-то добавит к Библии, тоже в рай не попадет. Бог желает, чтобы мы исполняли Его волю в точности, не добавляя и не отнимая, принимая все. Вспоминаю рассказ моего внука Брайана. Брайан, проверим, что ты выучил из таблицы умножения. Тут он притих. Брайан, сколько будет 4×4? Он отвечает: 17. Мама, чего? 16. Мам, не стоит возмущаться. Разница всего в единичку. Если бы вас попросили построить мост, а у вас мозгу засело, что 4×4 — это 17, то рухнул бы этот мост. Без вопросов. То же самое и со Словом Бога. Бог желает, чтобы мы принимали и исполняли все Слово Божие. В точности исполняли, не убавляя, и ничего не прибавляя к божественному, авторитетному Божьему Слову. Аминь. Потому что именно такого послушания, как от учеников, Бог желает от своих учеников. Повернись к своему соседу и скажи это: «Исполняй Слово». Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Angkat tangan saudara. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami mau terus agungkan namamu dari tempat ini. Biar naik ke tahtamu, ya Tuhan.
setiap doa, pujian, dan penyembahan kami dengan mata yang terus tertuju hanya kepada-Mu. Kami menyembah nama-Mu di sanjung, nama-Mu dipuji. Kudus dan layak disembah. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu.
tangan lebih baiklah dibagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Эти 20 с лишним минут вы смотрели программу «Время исцеления». Пусть увиденное наделит вас надеждой и силой через Господа Иисуса Христа. Увидимся с вами на следующей неделе. Да благословит вас Господь Иисус! Setiamu besar selamanya, kasih setiamu.